Сотрудниками полиции на одной из улиц Адлерского района был остановлен автомобиль под управлением 22-летнего жителя Саратовской области. При проведении досмотра в багажнике в запасном колесе полицейские обнаружили сверток с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это марихуана весом около полукилограмма. Выяснилось, что молодой человек знал о перевозимом грузе. Водитель задержан и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.